Олимпийская чемпионка Алина Загитова будоражит сердца многих людей до сих пор. Она является ведущей проекта «Ледникового периода». Алина призналась, что ей нравится роль ведущей, но она также занимается на льду и готовит новую программу, которую мы с нетерпением все ждем. Ежедневные тренировки, учеба, которая начинается уже аж с 8 утра. Алина поделилась, что научила свой организм вставать рано. Многие люди задаются вопросом, а будет ли Алина идти по пути Этери Тутберидзе и тренировать молодежь? Но Алина пока очень категорична. Она отметила, что даже журналистом быть не хочет. Ее цель – это продюсирование. Сейчас Алина сотрудничает с Ильей Авербухом, который ставит ей новую программу для ледникового периода. Вот 100% начнутся обсуждения по поводу, кто же лучший из хореографов – Авербух или Глихенгаус. Как Глихенгаус отреагирует, болезненно или нет, на то, что его приме ставит лучший хореограф в фигурном катании. Авербух очень талантливый, творческий и опытный человек и ставит очень шикарные программы. А как вы думаете, как Глихенгаус будет рад за Алину или все-таки болезненно воспримет эту постановку?